известный артист Астрастис Аллегровой. Приходилось рвать на ней джинсы. Новым гостем программы «Судьба человека» стал Виктор Салтыков. Певец рассказал Борису Корчевникову об отношениях с Ириной Аллегровой. В 80-е музыкант принимал участие в популярной группе «Электроклуб». Вместе с ним пела и артистка. Паре приписывали бурный роман. Они так эмоционально выступали дуэтом, что невозможно было не предположить, будто между коллегами что-то есть. В эфире шоу «Судьба человека» Виктор Салтыков заверил, что у них с Ириной Аллегровой были исключительно деловые отношения. По словам артиста, это был просто спектакль, чтобы девочки ходили на концерты. «Мы играли на публику», — говорит музыкант. Как отметил певец, в то время он был счастливо женат, но ему запрещали выходить на сцену с обручальным кольцом. Это могло расстроить фанаток. Виктор Салтыков заверил, что между артистами не было не только любви, но и близкой дружбы. Также в эфире шоу «Судьба человека» музыкант дал понять, что образ Ирины Аллегровой в те годы – именно его заслуга. Когда певица пришла в электроклуб, она уже выступала на «Песне года», где у нее были роскошные наряды, однако группа требовала более молодежного стиля. Она поначалу выделялась, приходилось рвать на ней джинсы, признался Виктор Салтыков.